Всем привет, с вами Квадрат. Мы продолжаем играть в игру Husk. Поехали! Напоминаю, что сейчас мы ищем морг. Опа. Ай-яй-яй-яй-яй. Оп-оп-оп-оп-оп. Мэтью, ты слышишь нас? Черт, как все быстро скатилось дерьмо, верно? Ха-ха-ха, вот видишь, тебе даже не пришлось приходить к нам. Мы всегда были с тобой и всегда будем. Мы не оставим тебя ни на мгновение. Помнишь, как ты первый раз ударил Эллен? Когда она накричала на тебя, потому что ты напился, как свинья. Да, мы были там. А когда ты так надрался, что отключился на груди мусорных мешков за баром. Там мы тоже были. Веселые были времена, так что знай, Мэтью, мы всегда с тобой. Каждую секунду. Я не знаю как, но я сразу вышел на верный путь. Не помешало бы найти пару патронов, но их нигде нету. Блин, здесь жутковато, конечно, сейчас немного. Карточку нашли.
Так нам что, надо до конца коридора, что ли, прям дойти такими путями? Интересно. Мне кажется, что я назад иду. Пусто? Нет. Это значит, что Энн и Эллен... Ну почему бы сейчас именно по телефону не поговорить? Да, давай. Я принимаю решение, Мэтт, на самом деле я приняла даже два чертовских трудных решения. И знаешь что? Я принимаю их без тебя. Не выслушивая твой постоянный пьяный бред, как тебе тяжело, как мы должны всегда тебя слушать, как ты хочешь для нас лучшего. Последнее твое лучшее заставило меня врать на работе, что я упала с велосипеда. С меня хватит, Мэтт, я устала. Я знаю, где-то в глубине души я знаю, что ты не хотел этого, но... То, кем ты стал, врачи сказали, что прошло уже много времени, и тебе не становится лучше, и я могу принять решение. Я думаю, что этот момент настал. Мы уже давно пересекли ту черту, за которой надо было попрощаться. Мне очень жаль, Мэтью. Прости меня. Боже, что же я делаю? Умоляю тебя, Мэтти, проснись. Проснись скорее, мне очень жаль. Ага, да, конечно. Что мне делать? Я не хочу от вас бегать. Блин! Ну чё, у вас чё так много-то? Это нормально вообще? Или это так надо? Какое странное чувство. Я чувствую и не чувствую. Чувствую. Боже, я не могу пошевелиться. О боже, за что? Я давно к тебе не заходила. Я подписала документы и рассказала Энн о наших проблемах, о твоих проблемах. Я не знаю, правильно ли поступила, но не могу больше держать это в тайне. Нам надо двигаться дальше, снова учиться жить. И сейчас я знаю только то, что давно не чувствовал себя так хорошо. Мы живем в пригороде, в небольшом доме. 5 дней в неделю я работаю редактором в местной газете. А когда возвращаюсь домой, мы с Энн обо всем разговариваем. Мы стали с ней лучшими подругами, мы счастливы, мы справляемся. Если ты меня слышишь, я хочу, чтобы ты это знал. Я знаю, что Энн была всем для тебя, наверное, поэтому я так долго оставалась с тобой. Обещаю, что я буду о них заботиться, не вынусь из-за нее. Недавно я говорила с отцом Леонардом. Он сказал, что нужно признать, бывают просто неотующиеся души. Метящиеся души люди несут в сердце столь глубокие раны, чтобы их не вылечить. Прости меня, я не смогла залечить свои раны, а ты постоянно наносил новые, и мне...
и себе. Надеюсь, теперь ты обретешь покой. Отправься туда, где тебя не будет преследовать тень отца. Спи спокойно, Мэтт. Найди покой, который был лишен всю... которого был лишен всю свою жизнь. В моем сердце ты навсегда останешься тем мальчиком, кто отвел меня на маяк и рассказал, как чудесно будет, когда мы уедем оттуда. Ты отдал мне все, что мог. Спасибо и прощай. Так. Блин, я что-то видел или мне показалось? Так уйди с дороги. За мной. А, так мне не показалось. Нифига себе. О, патроны. Я видел патроны. Что-то, блин, ты кто? Не похож на остальных. Да ёпарасы ты. О! Ты чё, встаёшь, что ли? Слышишь, эй? Даже так? Ну сейчас что, побегаем. Все, отлично, так. Давай, пакета. Здесь мы встретились с тобой, Эллен, и здесь расстанемся, прости меня. Так, ты давай только это, не надо там за мной подниматься. Не хочу. Ой-ой-ой-ой-ой. За дела, дайте подняться. Чего от меня ждут? Я не понимаю.
Может, нам вниз? Может, эта хрень за нами должна бежать? Как вариант, я не знаю. Что нам нервничать? А, вот, согреваю, да. Давай, погнали. Давай, иди сюда. Я потратил патрон. Не, ну она меня нервирует, мне не нравится, когда вот так вот это все происходит. Отвали, блин, а. Я так понял. Надо с ней подняться было. И еще. Выстрелить, короче, в нее. Ага, я не попал. Нить, короче, ее наверх. Я так думаю. Сейчас проверим. Так, давай. Разваливайся поудобнее. Я здесь. Вот, хорошо. Отлично. Подожди. Ты идешь, нет? Что-то он не хочет сюда заходить. Или хочет, или непонятно. Так. А, или нам тут дали патронов, чтобы окончательно вальнуть ее. Пойдемте проверять, чем мы заряжены. Так попробуй не сдохнуть. Ну чё ты, где? Пугало, блин. Ой-ой-ой-ой-ой. Рофлишь, что ли? Еще раз. Второй раунд. Так, отдыхай. Да ладно. Куда идти бежать? Я думаю, мы должны убить ее. Только если, в принципе, корабль. Она нанесла мне критического урона много.
Или это от разрушения? Непонятно. Блин, эта хрень невероятно быстро бегает. Я просто-напросто не успеваю ничего сделать. Но она вроде как не входит сюда. У меня такие они отходят, что ли? Да что ты будешь делать, блин? Она не дает спокойно выйти. Первый раз неплохо получилось, в принципе, но вот там не хватило. Она начала ползать и опять же меня разматывать. Опа! Да стоп тебе, блин! Сейчас добегу до корабля, посмотрю, что там слева есть. Ничего нету. Чудовище, блин, а. Отвали! Ждай. Может, ее надо как-то... Она буквально очень быстро настигает меня, я то есть не успеваю, блин, выстрелить. Да что ты будешь делать? Но зато она сейчас забежала вовнутрь опять же. Да что ты, отдыхай. Может, надо, чтобы она все-таки наверх со мной поднялась, я не знаю. Посмотрим, что еще раз тут внизу, может внизу что-то... Нет, ни хрена здесь не открывается. Нет, отсюда я ее даже не вижу. Вот говно, а.
Ну, она сюда подходить точно не хочет, а? Вот мразь напрягает. Я ведь даже не знаю, с какой она, блин, там стороны. А, блин! Тварь. Это ты? Да, это ты. Давай, заходи. Зависла. У тебя проблемы. Подожди. Я уже промазал. Да, вот так вот. Почему нет? Вот было просто делать там, я не знаю, допинывать ее как-то или что, но она даже в ползучем состоянии накидывала нам нормально так, причем. Она вот сразу два удара, блин, и все, и я в нулину, да? Давайте попробуем вот так вот. Вот эти два патрона сейчас подберем. А, конечно, они же по-быстрому у нас не подбираются, да? Выйдем, еще раз стрельнем в нее, пока вот она машет там, стоит. Ага, нет, так не прокатывает. О! Сейчас в плюсе, она нас даже не ударила. Покажи. О, что ты сюда забежала, мразь? Так, что ты там расслабилась? Давай, патрончики быстрее. Собирайтесь. Господи, она там валяется. Я ее не вижу. Там еще нет. Ну, что ты там стоишь? Так, что-то плющит. У нас... О, патрончики респавнятся здесь, это хорошо. Я просто не понимаю, сколько я должен... раз выстрелить в нее, она встает потом снова. Но вот сейчас, мне кажется, сейчас у нас есть шансы, да, победить это чудище. Я не знаю, может, ее надо столкнуть отсюда или... что-то в этом роде. Сейчас попробуем спуститься. Посмотрим, появятся ли там патроны. Блин, а там двигаться на чего?
Так я не знаю, ну давайте попробуем. А сейчас еще раз пострелять в нее, если она не падает, то заманивать тогда ее, я не знаю, наверх. Так и потому что абсолютно пофигу. Ну давайте будем спускаться тогда. Да, ох, вонючая, блин, что тут летает. Ну давай. Гоу. Лестница с другой стороны. Да-да-да-да, ты правильно делаешь. Давай сюда, да-да-да. Да сюда, сюда, сюда. Еще чуть-чуть. Чтоб тебя. Блин. Перилина это мешает. Может, ей в упор надо дать. Я у тебя патрон украл. Проверять будем. Не будем упускать эту возможность. Так, стой на месте, стой. Нет, она встала опять. Встала, встала, а? Шмали. А? Че, будешь еще драться? Будет. Так, она втащила нам, да? Я не знаю, может она багает. Я говорю, надо как-то попробовать сюда ее подцепить. Но опять же, я сейчас боюсь упустить этот шанс. Может тут какое-то определенное количество урона ей надо нанести, не знаю. И нижние две пули тоже мне надо выпустить, пока она валяется. Сейчас попробуем так сделать. А, нет, все. Да. Вверх. И, собственно, на этом, я думаю, может что-то получится. Да, ай-яй-яй-яй. Все, тихо, спокойно. Сейчас ждем. Я вот не помню, как получилось так, что она все забежала. Тут ведь надо, чтобы... Да-да-да, во, хорошо. Кстати, я сейчас собрал все патроны. Снизу те два, и вот сверху сейчас соберу и попробуем, собственно, в нее выпустить. Если, ну, она просто падает, ничего не получается, пробуем по максимуму завести ее на лесенке тогда. Наверх. Надо, чтобы еще вот это вот все выпало. Опа. А то это все мешает подняться туда вместе с ней. Баг, что ли, какой-то.
А может ее запереть здесь надо? Я вот чуть-чуть подумал. Сейчас она падает. Мы выбегаем. Дверь закрываем. С обратной стороны. Как тебе такое? Давай, иди сюда. Покеда. Так, ну. Чё, прокатило? Она там бегает. Носится. Не сработало, похоже. Да, интересно. Какие варианты еще расправы тут с ней? Ну-ка, давайте посмотрим. Может, надо уйти отсюда? В другую сторону. Все закрыто. Нет, значит, там финал у нас должен произойти. Только непонятно как и какой. А. Током ударила. Ты уже меня ждала. Странно, странно, странно. Так, ну. Так, ну что, я не удержался. В общем, посмотрел варианты происходящего здесь. Но дело в том, что после того, как мы сейчас умерли, у нас пропал монстр. Что облегчает на самом деле теперь прохождение. Короче, на самом деле монстр, который там внизу бегал, он неуязвимый, его никак не убить. И нам надо выстрелить было вот в этого осьминога. Мне говорят, что ты меня слышишь. Я не хочу даже представить, что ты можешь чувствовать. Я смирилась с тем, что тебя больше нет. Смирилась с тем, что тебя уже не будет. Я была готова похоронить тебя на какие-то мгновения, даже была счастлива. Но нет, как это на тебя не похоже, будь ты проклят, Мэтью Палмер. Я не знаю, что делать, не знаю, даже что я сама чувствую, наверное, я злюсь, ха, это даже немного грустно. Злюсь за то, что ты борешься за жизнь, словно я хочу, чтобы ты умер и наконец оставил нас в покое, понимаешь? Словно я надеюсь, что освобожусь от тебя.
Но если ты правда слышишь меня, Мэтт, то знай, назад я не вернусь, даже если ты поднимешься с этой кровати. Я больше не боюсь, я не чувствую вины, не отвечаю за тебя, я вычеркнула тебя из жизни. А теперь ты возвращаешься как какой-то сраный призрак, да пошел ты. Я бы очень хотела сказать тебе что-нибудь хорошее, извини, но я просто не могу. Если ты не хочешь сдаваться, если ты так цепляешься за жизнь, то сражайся, Мэтт. Я не знаю, к чему тебе это приведет, но желаю удачи. Береги себя. Так. Мы опять оказались в больнице. Блин, мы что, опять вниз двигаем, что ли, или что? Пистолет пропал почему-то. Чё за... Эй, вторая дверь. Так мы где вообще? Что за хрень? Погляди на моего старого друга, которого прислал дедушка. Ты помнишь, где вы с мамой встретились?
Это чё? Что-то надо найти, что ли? А, во. Я помню, что ты рассказывал Алисее о том, что там случилось. Леся. Они появляются, что ли? Или нам надо все записки найти? Интересно. Где-то что-то упускается, что ли? На первом этаже, похоже. Это, наверное, еще записка, которую... А, вот. Яблоко. В прошлом году ты подарил мне тут... Ужасный сборник. Я знаю, почему столько времени пройдешь со своей машиной. Обязательно посмотри там. Ты так много бил и маму. У меня есть подозрение, что это тот чел, который висит в чулане. И что теперь, папа? А, ну вот как оно получается. Хватит, с меня довольно, надо покончить с этим. Когда я очнулся в первый раз, то подумал, что сошел с ума или умер, но я решил, что у мертвых вряд ли будут так болеть глаза. Я буквально тонул в потоке света, свет пробивался через закрытые веки и заполнял сознание раскаленными, неутомимыми волнами, внушая мне одну короткую мысль. Я жив, мать вашу. Нет, нет, я теряю. Нет, я отключаюсь. Черт, мне нужно встать, нужно начать двигаться. Я чувствую, как все это нависает надо мной, окружает, сдавливает вес моих грехов. Но внутри пусто, остался лишь я. Некуда бежать, негде спрятаться, я не могу уйти. Не могу утонуть в стакане с виски. Я могу лишь лежать без движения и смотреть в пустоту. В черную бездну, нависшую надо мной, и готовую поглотить целиком, забрать все, чем я был когда-то.
Забери это, забери это у меня, пожалуйста. Я больше не хочу думать, не хочу чувствовать. Потому что каждая мысль ударом молота бьет по совести, вытаскивает наружу грехи. Я чудовище. Я незнакомец, чужак. Я был чужаком всю свою жизнь. Я бежал, пытался выбраться из этой оболочки, в которую был заключен много лет. Я не понимал, что это она меня тянула на дно. Нет, нет, Мэтт, это дерьмо собачье, не ври себе. Ты все понимал. Ты пошел на дно сознательно и радостно. Вот это правда. Не знаю, для чего я пришла сегодня, несмотря ни на что, я все же хотела увидеть тебя. Несколько недель назад я хотела лишь перестать тебя любить. Поверь, я хотела возненавидеть тебя, но мама объяснила, что это так не работает. Что она сама не знает, что за чувство к тебе испытывает, и что на самом деле она хочет только, чтобы ты проснулся. Когда я об этом услышала, то у меня что-то кольнуло в груди, не знаю, что это означало, что это значило. Несмотря на все, что ты сделал, несмотря на всю боль и разочарование, я не могу оставить тебя, не могу повернуться к тебе спиной. I can't just leave you like that. I can't turn my back. That would probably be easier. Наверное, так было бы проще, но я хочу верить, что люди могут изменяться. Хочу верить, что ты можешь измениться. Так, ну что, на этом у нас заканчивается игра. Выходит, что Мэтт все это время находился в коме после аварии поезда. И пока мы бродили по Шеверклиффу, мы узнавали историю жизни Мэтта. И вот так вот она заканчивается. Или же он все-таки выкарабкается из этого. Ну а насчет самой игры, сюжет хороший, атмосфера тоже. Всем спасибо за просмотр, ставьте палец вверх, комментируйте, рассказывайте друзьям. Всем спасибо, всем пока.